Так, сегодня у нас какое число? 19 декабря 2018 год. Да, день Святого Николая, и под подушечку в школе 9-летнему сыночку принесли. Кстати, еще среда. Благоприятная, надеюсь. Геннадий Адольфович Кердес притарабанил под подушечку подарочка, чем доставил радость не только школьникам, но и их родителям. Представляем вам. Перепоноловинивал конфетки, рассмешил всю семью, обнаружил вот такие конфеты. Совершенно замечательным названием. Сбоку снимай, так будет лучше, света больше. Sweet smell. И как ты это, а как ты это сразу для себя перевел, что ты хохотать начал? Возможно, может быть, конфет. Ну, в общем-то, да. Решили попробовать на детях. Свитс — это конфеты, maybe это может быть. Или сладость. Ну, сладости, конфеты, да. Сладости больше так подходят. Конфеты — в общем, получилось два в одном. Конфеты — это кэнди, а свитс — это сладость. Молодца, молодца. Во-первых, молодец, что просек юмор, во-вторых, молодец, что и нас посмешил после смены. Ну, в общем, день Святого Николая удался, и конфетки ничего. Если хотите попробовать, покупайте вот такие, по такой коробочке. Не знаю, может, там рандомно кидают конфеты, ну такие бы. Надо же, кому же это в голову пришло? Ну ладно. Видимо, кто-то был с наступающим плохим юмором.